Добрый день, компания OEM ZAP. Сегодня у нас на ремонте автомобиль Kia Spectra. Пробег на этом автомобиле 340 тысяч, проехал немало. И клиент захотел поменять двигатель. Обычно у них часто рвутся ремни и клапана встречаются с поршнями. Добрый день, с вами компания OEM ZAP. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобиль на профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. Вот. И часто пробивают поршни. И поэтому их меняют, потому что ремонтировать не целесообразно. Здесь просто, здесь снимается воздушный фильтр, аккумулятор, патрубки отсоединяются, отсоединяется проводка. Ну и навесное. Не, навесное здесь. Навесного только отсоединяется ГУР. ГУР в сторону уводится. В принципе, такого здесь больше ничего нет. Потом снизу покажем еще. Так, сверху мы уже все разобрали, осталось только поснимать патрубки, но для этого нужно слить антифриз. Сейчас поднимаем машину на подъемник и будем разбирать все снизу, снимать защиту, привода, ну и все остальное. Все, поехали. Здесь мы уже почти все разобрали. Что мы сняли? Мы сняли лыжу продольную, на которой держится одна подушка. Вот она, кстати, она рваная. Надо будет поменять. Также был снят часть выхлопной системы с катализатором, приемная труба, катализатор. Ну, с задней части он выглядит неплохо. Что творится спереди, неизвестно. Возможно, снимем, посмотрим. Так, были отсоединены рычаги переключения передач, точнее тяги. Что еще? Ну, соответственно, защита, пыльники. Сейчас нам надо будет снять привода. Привода. Ну и в принципе
Все, шаровые мы открутили. Стойки стабилизатора тоже. Масло с коробки мы тоже слили, потому что когда мы вытащим провода, оно потечет. Если его не слить, то все это дело потечет на землю. Так, достали мы наш двигатель. Вот. Вот новый двигатель, он в принципе идет с боя с навесным. Так что переставлять нам нужно будет по минимуму поставить новую, ну, старую коробку поставить надо будет с приводом. Да и в принципе все. Все остальное есть на новом. Новый двигатель у нас идет совсем навесным, кроме выпускного коллектора. Коллектора у нас нет, коллектор будет старый. Все остальное новое. У нас собран, все, новый двигатель поставили мы, состыковали с коробкой. Единственная проблемка у нас возникла, пришлось переставлять старый коллектор, оставлять, потому что в новом коллекторе нет датчика. Соответственно, мы оставили старый коллектор, старую проводку, но поставили новые форсунки и новый дроссельный узел. Так, двигатель мы успешно поставили, запустили, все хорошо, он завелся, работает хорошо, отлично. Клиент сейчас собрался ехать в Питер, как раз он по приезду из Питера приедет на замену масла. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приезжайте нам в сервис на обслуживание и не ломайтесь.